Всем привет, друзья! Ребята, а вы верите в зомби? Я тоже не верила, пока не попал в зомби-сити. Ну что, поиграем? Всем привет! Вы на канале Кикидо? И сегодня нам с Камильчиком достался вот такой вот прикольный набор зомби-сити! Наборчик наш называется «Зомби-Зити. Башня ужаса с часами». В комплекте у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 зомбиков. Нет, остальные надо покупать это отдельно. Да? Остальные, да, надо покупать отдельно. У нас в комплекте будет 8. И остальные... их общее количество зомбиков 48. Тут показано, что они умеют. Я так понимаю, что зомбики как-то прыгают. Не знаю, что тут еще. Что тут? Наклеечка. Вот разный инвентарь. Шкафчик, диванчик, телевизор, унитаз. Даже унитаз. Так. Ну что, тогда давай откроем ее и посмотрим, что там внутри. Конечно. А, зомбик, сейчас откроем нашу игру. Так. Что тут у нас? Открываем. Опа! Что-то не выходит. Ты застряла? Ну-ка, оп. Так, вот такая вот часовня. Трехэтажная. С часами. Тут, по-моему, какая-то ловушка. Да? Смотри. Похоже на ловушку. Вот здесь вот. Оп. Что-то она захлопнулась. Ну ладно, разберемся. Так, дальше. Потому что там есть зубчики. Есть зубчики. Так. А, пакетик. С комплектующими. Так. Наклеечки. Вот. Вот такие вот наклейки. С механизмами. Вот это у нас какой-то умывальник, трубы. Прикольные наклеечки. Сейчас будем их клеить. По этой инструкции нам надо будет собрать нашу башню, нашу часовню. А на обратной стороне указано, как с ней играться. Зомбики наши резиновые, и тут я так понимаю, что они просто прыгают, отскакивают. Ну, разберемся. Посмотрим, что в этом пакетике. Так, пакетики у нас. Часы. Разбитое окно. Ловушка. Какие-то запчасти, это ловушка, по-моему. Колокольчик. Унитазик. Вот такой вот унитазик, чтобы зомбики ходили в туалет. Это что у нас? Диванчик. Так, у нас еще есть вот такая вот брошюрка. И все наши зомбики вот в этой коллекции. Синенькая сторона – это хорошие зомбики. Красная сторона – это плохие зомбики. У нас 8 зомбиков. И сейчас будем смотреть, кто какой зомбик к какому... К какой стороне относится, да? Так, каждая запчасть должна встать на свое место. Башню нашу мы почти собрали. Осталось добавить немножко элементов и будет почти готово. Так, башню мы нашу собрали. Вот такая вот у нас часовня получилась. Большая. Это у нас вид изнутри. Это у нас она получается трехэтажная. Первый этаж, второй этаж, третий этаж. А вот это вот у нас отсек, получается, как тюрьма такая. Вот здесь вот у нас ловушка. Когда сюда встает зомбик, он, получается, падает вниз за решетку. И здесь вот так вот дверка открывается, и потом можно будет его освободить. Там у нас внутри наклеечка, на ней нарисованы мышки и, по-моему, паутина. Такая вот заброшенная у нас, получается, тюрьма. Так... Здесь у нас получается на первом этаже зомбики могут посидеть и посмотреть телевизор. Отдыхают. Здесь диванчик, вот телевизор с тумбочкой. Второй этаж у нас получается санузел. Здесь у нас унитаз. Здесь зомбики могут умыться. Здесь вот трубы нарисованы. Так. Вот здесь, по-моему, с этой стороны умывальник, а с этой стороны унитаз. Так. И на четвертом этаже, ой, то есть на третьем у нас... часовня. Вот здесь вот такие часики прикольные. Вот. И здесь куча-куча механизмов. Вот. За счет которых работают часы.
Что у нас получается с наружной стороны? Давай посмотрим. О, что-то у нас вот здесь вот у нас часы. Все детали у нас съемные, вот эти вот колокольни. Здесь такой прикольный балкончик, на который зомби может выйти, подышать свежим воздухом. Так, вот это тоже дверь у нас. Опа, дверка у нас открывается, а там внутри вон у нас зомбик. Зомби, привет! Привет! А вот наши зомбики. И сейчас мы будем их доставать с коробочки. Каждый зомбик у нас в своей ячейке. Вот. Сейчас будем доставать и смотреть, какой у нас зомбик здесь. Опа, выходи. Ты как засел, зомбик, а? Страшилки. Так, первый зомбик у нас. Такой вот прикольный. И резиновый. Резиновый, а да. А я не резиновый. Ты настоящий зомбик. Живой. Так, первый зомбик у нас вот такой вот интересный. Посмотрите, у него денежка в руках. Так, ищем его здесь. Так, вот он наш первый зомбик. Первый зомбик у нас, вот он, мистер Money Bags. Банкир. А, значит, этот чувачок у нас банкир, он любит денежки. Я люблю деньги и мозги. Так, мистер Money, держи. Открываем следующего. О, следующий у нас какой-то добренький. Какой-то интересненький такой, в шляпке. Ну-ка. С гитарой. Гитарист. Какой-то. Сейчас посмотрим. Вот, я нашел его. Этот парень у нас хороший. Вот, он с хорошей командой. Его зовут Тимми Бактуф. Тимми Бактуф. Он фермер. Гитарист фермы. Вот, такой в шляпке, прикольный, с гитаркой. Сразу видно, что добрый зомбик. Держи. Так, следующий. Они друзья. Следующий у нас, ну, наверное, тоже добренький. Сразу видно, добряк. Злой зомби он сразу. Какой-то вот он с расческой. Сейчас посмотрим, кто это. Так, ищем, ищем. Усатенький. А может, он все-таки злой? Да. Я не угадал. Вот он, наш злой зомбик. Вот самый первый. Зовут его... Рокки Снипс, он парикмахер мужского зала. Вот с такой с расческой. Я люблю мозги. Зомбики у нас любят мозги. Вот. У них какой-то прикольный усатый. У них сами есть. Резиновый. Вау. У них сами есть. Классный такой гнется. Бунг. Он попрыгунчики, они все попрыгунчики. Держи второго, то есть третьего. Так, кто у нас следующий? Опа, достаем следующего зомбика. Следующий зомбик у нас с сердечком. Или что это у него? Смотри, у него каска. Какой-то он, смотри, пожарник. Смотри, у него огнетушитель в руках. Это у нас пожарник. Пожарники у нас добрые. Так, вот я нашел его. Вот он наш зомбик. Это пожарный, да, Билли Фрай. Вот он, Билли Фрай. Вот такой вот прикольненький. С фонарем на каске. И с огнетушителем. Пожар! Пожар! Можно на голове. С огнетушителем. Пожар. На голове у зомби. Держи. Представляешь, зомби-пожарник. Опа! Че за чувачок? Так. Вот такой вот у нас зомбик. Какой-то он злюка. По нему видно, что он злой. Так. Я почему-то в последнее время ошибаюсь. Нет. Хотя да. Ну-ка сейчас посмотрим. Да, он из хорошей команды. Вот он. Я нашел его. Его зовут Токо Камикадзе. Японец, что ли, какой-то? Токо Камикадзе. Он тоже пожарный. Смотри, каменчик, он тоже пожарный. То есть, получается, они что, два друга, что ли? Вот эти вот два пожарника. Вот они, друзья. Такой прикольненький, смотри. С такой повязкой. Такой вот у него причесон здесь классный. А смотри, сумасшедший причесон. Какой-то сумасшедший пожар. Костюмчик у него такой, повязочка. Вот, вот это точно похож на пожарника. А этот, ну, так себе. Держи своих пожарных. Так, следующий. Следующий у нас зомби. Смотри, какой-то у него взгляд такой. Ха-ха-ха. Что-то у него шарфик, по-моему, да?
И в руках у него что-то. В руках у него, по-моему, какое-то полотенчико. Не могу разобрать, что у него. Давай найдем его, к какой команде он относится. Так, все, вот я его нашел. Это Хелен Хостел, администратор ресторана. А, вот такой вот у нас администратор ресторана. Плохой. Да, этот парень относится к плохим. Вот он, на желтой стороне, то есть он на красной стороне. Погоняет. На, злюка. На, такой вот ты у нас администратор. Не хотелось бы, чтобы мне в ресторане был такой администратор. Не желаете отведать мозги? Заходите к нам в ресторанчик. Держи. Следующий. Следующий наш зомбик. Вот такой вот прикольненький. Что-то он у него в руках. Тут повар, что ли, какой-то, непонятно. Какая-то у него емкость в руках, и что-то он там мешает. А здесь у него, по-моему, какой-то столовый прибор. Сейчас мы его найдем. Сейчас, секундочку. Этот парень у нас хороший. Он относится к хорошим зомбикам. Зовут его мистер Снутти. Или Снотти. Да, а, это домохозяйка. Это завод, девушка-зомби, девушка-зомби. Вот, я же говорю, что она что-то в руках вот у нее вот есть, она что-то готовит покушать. Хозяюшка. Что вам приготовить сегодня, друзья? Мозги. Такой прикольненький мозги. Зомби. Мозги, они все время кушают, только мозги, мозги, одни мозги. Мне нужны мозги. Да, у меня их нет. И мне нужны мозги. Зачем тебе мозги, держи. Так. У тебя свои мозги. Следующий зомбик у нас, последний, достаем. Тоже, наверное, какая-то тетушка. А, скорее всего, это дворник. И, наверное, он добренький. Вот с такой вот метлой. Глаза у нее смотрят в разные стороны. Сумасшедший дворник. Я схожу с ума. Так, такой вот у него интересный причесон. Модненький такой у нас получается. Итак, кому он относится? Вот. Этот парень у нас плохой. Зовут его Сэм Свипер. Дворник. Вот он. Сэм Свипер дворник. Такой вот прикольненький у нас он. Злой зомби. Сейчас я замету здесь все. Включая ваши мозги. Держи. Всю коллекцию мы открыли, которая была у нас в комплекте. Ну что тогда, начнем нашу игру? Да. Так, игра наша заключается следующим образом. Берем любого зомбика. И зомбики наши попрыгунчики. Когда его кидаешь об стол, он отскакивает и должен попасть в часовню. Когда он попадет в часовню, он должен вылететь с одного из этого вот окошка. Здесь у нас наверху вот такая прикольная. Сейчас. Ловушка. Зомбик, подожди, пока не нажимай. У нас вот с этой стороны часы. Покажи часы. Вот. Здесь вот здесь часы. Сейчас я покажу. Вот. Это часы непростые. Это кнопка. Когда на эту кнопку нажимаешь, наш зомбик падает в ловушку и оказывается в тюрьме. И так можно наловить кучу зомбиков. Подожди, рано нажал. Так. А давай их вместе запустим. Давай двоих зомбиков поставим. Такие два зомбика вышли погулять, такие свежим воздухом подышать. Привет, привет, как дела? Все хорошо? Что случилось? Мы попали в ловушку. И вот они оказались здесь у нас за решеткой. Помогите, помогите, мы за решеткой. А чтобы их достать, можно просто вот дверь открываешь и достаешь их оттуда. Вот так вот можно наловить кучу монстриков. Зомбиков. Так, вот зомбик наш на втором этаже. Тук. О, смотри, Камиль, он утонул в унитазе. Да, размерчик, конечно, не твой унитаза. Провалился прям, смотри. Чик. И торчит только одна голова. Его так можно его смыть. Представляешь, зомбик пришел такой в унитаз, сел, чик, кнопку нажимаешь. И все, он смылся. Так, давай дальше. Здесь у нас зомбики могут... Что-то все вообще ничего не стоит, все падает. Так, а здесь у нас зомбик может отдохнуть, вот так посидеть и посмотреть телевизор. Мультики, да?
и разные истории про зомби. Так, давай. Ну что, готов? Да. Принимай зомбиков. Пау. Опа, выбил? Вылетел? Нет. Пау. Пау. Ой, один улетел. Следующий. Пау. Не попал. Пау. Не попал. Пау. Все, разрушилось. Ой. Пау. Держи. Вылетел? Да. Пау. Сейчас еще раз. Пау. Пау. Вылетел? Да. Ой. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.